означает только одно, что мы куда-то едем. Я первый раз... Ты не знаешь, куда мы едем? Я знаю, куда мы едем. Я первый раз в жизни еду на поезде. Я нет. Вот, я Ростов. Мы едем в Сочи на фестиваль на 6 дней, на что мы уезжаем. Вот. Здесь очень мало людей. Мало. Там вообще, там проходить можно. Вот. В общем, я буду снимать, вы будете наблюдать за дальнейшим развитием наших событий. А, я с ним. Да. Так, мы живем вместе. Да. Представляешь? Да. Я так и сейчас знаю. Да. Только одна проблема. На нее моя мама. Это не важно. Также всем пока. А тут зимний. В общем, у нас еще 40 минут до поезда. Нам до сказали поезда. Приехать заранее. Нам здесь еще 40 минут торчать. Сили, переоделись, слили кровати. У нас двухэтажный поезд. Так. Сейчас вот летит на второй этаж. Я хочу жить. Наверное, через 20 минут мне ложится спать. Ну, покушай. Much, much, much later. Очень долго. Нет, смотри, уезжает поезд, мы уже собрали вещи, достаем чемодан, и сейчас будем потихоньку, когда поезд остановится, выходить. Вышли из поезда, еле доехали с чемоданами. Мы сейчас едем в автобусе, уже направляемся в наш отель. Да. Не до отеля. Ля. Спустя многие мучения, мы наконец-то все-таки заселились. Мне все должны были... Я должна жить с Яной, а меня наслезли с другой девочкой. У нас таки же Васяна, у нас прикольный номер, но, не знаю, маловато места. Сейчас почему-то мало места, чем у других. Сейчас я бегаю сейчас по номерам убегаю. Тихо. Мы стоим до кровати, сейчас мы будем рисовать. Я притащила свою такую огромную сумку, у нас были рисунок. Интересно. Будем рисовать. The next day. Сочи очень тепло. Да, очень. Мы в тоненьких худи и... Да. У меня с рукавом кофта, а у Яны без рукав. Да, мне просто... Вот, мы сейчас пошли обследовать территорию. Здесь вот такой огромный бассейн. Мост. Там есть джакузи, бассейн. Вот. Мы сейчас идем смотреть, где у нас столовая. Она у нас, по-моему, они соединены. Насколько мы знаем. В общем, мы пошли на разведку. Видите, мы сейчас находимся не в самом высшем конце. Наша прошла репетиция. Вот мы переоделись, мы сейчас прям прятаем улицу, мы сейчас прячемся под каким-то грязным столом, где пупки валяются просто. Вот, надеемся, нас найдут. У меня уж нога болит. Камеру! Мы сходили на ужин. Даша мне купила слайм. Слышишь? Вот, и мы сейчас пойдем к оленеброну. Мы все пойдем к Леничке в номер. А помнишь? Она когда-то девочка! Вот так вот выглядит у меня. Надо шорты опустить, потому что они слишком круто. Я в кигруме, и она тоже в кигруме. Мама, я как будто тряпочные. У нее тряпочные такие тряпочки. Нет,
раскаленные. Молодцы. В общем, мы бежим в домашних тапочках, в которых мы ходили домой за девочками на площадку вообще. Фиг знает куда, но 10-3 километра. Эва, покажи свой мотлу. Сашана, я тебя убью. Блин, быстрее, давайте подарок. Реально, родители не спали. Надеюсь, меня не заблокируют. Ладно, я нам всем не убью. Вот, мы сейчас уже почти приехали. Ну, для того мы искали вообще, мы не там, а в третьем корпусе, на третьем этаже, нигде. Ну только мы сейчас не уходим домой, девочки. A few inches later. Мы здесь сидим, отдыхаем. The following day. Всем привет, у нас уже следующий день. У нас уже ужин, потому что я не снимала. У нас сегодня был концерт, мы выступали. Мы просто бегали со скоростью света туда и обратно. Сейчас мы идем к морю, за попытой. Попытой! Да. Заодно еще какой-нибудь третий раз будем играть. Да, и потом четвертый увидим после ужина. Да. Обратно на ужин, и какие попытки мы не купили. Мы гоняемся за ним уже второй день. Всех не показала. Да, мы гоняемся уже за ними второй день. Их все не завозят, их все раскупили. Она же сказала нам идти с 4 до 5, мы не пришли. На 6. Вот, и мы завтра пойдем. Так мы в это время были в бассейне. Да. Да. Мы в бассейн. Поэтому да, мы пойдем конечно. Завтра. Конечно, хотела плыть на ногти. Иду в носках по коридору. Мы вообще в холле, там, где все ходят. У нас здесь был пикник. Мы сложились на балконе. Так, на телефонах. Сейчас мы будем играть. Давайте включим. Подпишитесь на канал. Эва танцует. Early the next morning. Следующий день. У нас прошел завтрак. Потом мы ходили. Искали мой телефон. Мы еще потеряли мой телефон. Да, мы потеряли ее телефон, мы бегали искали ее телефон. Полтора часа. Полтора часа. Потом мы его еле-еле нашли. Потом мы ходили отдыхать. И сейчас мы снова идем за попкорном. Покажите меня. Здрасте. Это не где бой. Настя? Мы купили попыт. Я купила себе такой желтый. Вот. Яна купила фиолетовый себе. Мы уже положили себе еду, у нас все кушают попыты здесь. Сейчас мы будем кушать. 3 days later. Кстати, я вам не показывала наш номер. Я покажу. Здесь у меня лежит мой попыт. Здесь мы сдвинули эти кровати. Там моя кровать. Да, это Янина. У нас тумбочка, у нас здесь полный бардак, потому что, здесь у нас шкаф. Потому что мы завтра уже уезжаем. Да, мы уже поздно. Здесь у нас ванная комната. Ну, все как обычно. Здесь у нас Яночка делает себе прическу. У нас сегодня будет награждение, нам сказали, что нам надо одеться как на концерт. Здесь у нас отпариватель, еда и там балкон. Слуги прекрасные. Поп, у нас еще... мы уже их познакомили, какие-то да. Не знаю способа. У меня просто шиза, и мы уже пойдем сейчас на награждение. А как ты со мной собралась? Вот так. Тем временем она под своим именем. Поп-ит! Самодельный поп-ит из бутылки. Да. Офигеть, она знает, да? В общем, мы сейчас смотрим какую-то фигню. Типа страшной истории. Мы нажрались. Даже плохо. Я не знаю. Смотрим Крымс лайк. Тимочек штырь. Ха-ха-ха!
Гови, уж верю, Даша вообще заснула. Я сейчас их в дурку повезу. У нас уже прошло собрание. Мы начали собирать вещи. Мы дособирали большую часть чемодана. Сейчас мы уже ложимся спать. Я надеюсь уже вообще дрыгнет. Вот. Ну, завтра у нас уезжаем уже ночью, не утром. Так что всем до завтра. Всем пока. Завтра были все девочки. У нас уехала Эвелина. Сегодня, буквально через полчаса у нас уезжает Даша. И мы втроем сейчас сидим. Будем завтра. Мы пришли с завтрака. И сейчас мы идем гулять. Мы прогуляемся. А потом у нас в 11:30 переселение в штабные номера. Что мы же сегодня уезжаем. А ты еще посмотрит. Мы сейчас идем к прудику с рыбкой. Это, если что, придумала одна девочка, потому что ты же рыбинский. Это не мы. А какая, вы можете сами догадаться? Да. Пойдемте. Вот, в общем, вон здесь плавает рыба. У меня камера чистая. Вот, стало как-то грязновато, но выходить здесь можно. По дорожке дособирать вещи нам надо. Ой, здесь такой прекрасный. Здесь очень удобно идти, особенно вот здесь. Сейчас мы будем туда залазить по траве. Вот. Здесь обрушившиеся эти ступеньки. Нам надо туда. Тут две ямы. Ой, господи. У нас уже прошел ужин. Мы немного побегали, поиграли. Все уже без 10:07. Сейчас мы едем в третий корпус. Мы уже выселились из наших номеров. Едем в третий корпус. Ждем там время. Ой, привет. И поедем уже провести. Обратно. Здравствуй. Здесь так тепло и классно. Очень жалко езжать. Скажи, Алина. Хочу еще вот эту недельку, может быть, осталось. Да, классно. Сейчас поедем в третий корпус. На вокзал. Будем ждать наш поезд. Едем обратно в Мухосранск. Ура, ура, на вокзале. На вокзале. Как это все выглядит. Платформу, здесь уже поезда ездят, и мы смотрим разные штучки, разные с сувениром. Папа. У нас уже будет поезд через 10 минут, мы сидели, его ждали, получается, больше часа, ну, через 10 минут мы будем ждать 1.5 часа, получается. Мы сейчас стоим уже на улице и будем заходить в поезд. Давай! Яночка! Ноги болят. Все, мы проверили.